Здравствуйте, в эфире программа «Неделя спорта». Я ее ведущий Роман Полинсков. Как обычно, в это время на телеканале «Универ ТВ». В ближайшее время я и мои коллеги расскажем тебе о самом интересном из всероссийского и студенческого спорта. Смотри сегодня в выпуске. Обзор выездной серии казанского «Акбарса». Спартакиада вузов республики по бильярду. Гость студии Максим Гаврилов. Прогнозы финала Кубка университета. По классике континентальная хоккейная лига в нашей программе идет первой по очереди. Казанский «Акбарс» на предыдущей неделе устроил себе мини-турне по маршруту Астана-Омск. Команде срочно нужно менять игру. Плей-офф уже совсем близко. Есть ли какие-то изменения после ухода Олега Знарка? Далее расскажет Амир Сабиров в своем обзоре. Всем здравствуйте, с вами Амир Сабиров. Сразу перейдем к событиям. Перед большим перерывом на матч звезд и игр сборных «Акбарс» провел два выездных матча. В Астане против Бориса и в Омске против Авангарда. Ход матчей был очень похожий в обеих играх. Казанцы отыгрывали со счета 0-2. В столице Казахстана подопечные Юрия Бабенко и Зинатулы Белилединова пропустили сначала на 8-й минуте, а после на 17-й первого периода. Во втором на 11-й Никита Дыняк забил вот такой гол красавец и положил начало камбэка. В третьем за 4 минуты до конца основного времени Кирилл Петров сравнял. Команды дошли до буллитов. Здесь уже сильнее оказался Борис. 3-2 в матче. Два дня спустя казанцы гостили в Омске на новенькой G-Drive-арене. Матч получился что надо. Две реализации большинства хозяев в первом периоде. Голы на счету Ивана Телегина и Арсения Грицука. Возвращение в игру «Акбарс» приберег на второй отрезок. Дмитрий Кагарлицкий на 11-й, Никита Дняк на 17-й минутах счет сравняли. Третий период остался без голов, а вот в овертайме «Барсы» вырвали победу. Дмитрий Юдин хлестко щелкнул с очень дальней дистанции. Голкипер хозяев Василий Демченко оказался к этому не готов. 2-3 за «Акбарсом». 5 очков из 6 возможных набрал тренерский тандем Бабенко-Белилединов. Впереди время потренироваться и как можно лучше подготовить себя к самой важной части сезона. На этом все. С вами был Амир Сабиров. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Продолжим про хоккей. 9 декабря стартовал новый розыгрыш студенческой хоккейной лиги. А в этом сезоне титул предстоит защищать Казанскому федеральному университету. Первый соперник в этом сезоне у федералов стал Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Матч проходил в Ледовом дворце «Баска». Игроки федерального университета с начала игры начали прижимать соперника к воротам и вынуждали архитекторов играть вторым номером. Почти все атаки федерального университета завершались голом. Вопрос, связано ли доминирование КФУ с тем, что голкипер КГСУ вышел на лед только перед вбрасыванием, отпал практически сразу. Итоговый счет 7-1, уверенная победа Казанского федерального. Переходим к спартакиаде вузов республики. На этот раз комплект наград разыграли в бильярде. Екатерина Торопова отправилась на турнир и далее обо всем она расскажет в своем сюжете. В минувшие выходные спортсмены-бильярдисты встретились на турнире в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан. 10 декабря прошли соревнования по русскому бильярду, где приняли участие 33 спортсмена из 11 университетов. В отборочном этапе соревнований игры проводились одновременно на 8 столах. Каждая партия длилась по 30 минут. По итогу на вершине турнирной сетки оказались 8 сильнейших бильярдистов, которые вышли в 1/4. С этого этапа соревнования проходили по олимпийской системе на вылет. Были разыграны с 5 по 8 место. Атмосфера очень дружественная, хорошая. Все соперники, которые мне сегодня попадались, были очень приветливые, доброжелательные. Уровень игры у всех разный. Но вот последний соперник мне попался уже с профессиональным уровнем игры. По итогам четвертьфиналов в четверку лучших попали представители Казанского государственного архитектурно-строительного университета, Казанского национального исследовательского технологического университета, Казанского федерального университета и Казанского авиационного института. За первым столом полуфинальной игры сошлись Рашид Урманов из КГСУ и Аман Кокабаев из КНИТУ. В первой партии выиграл Аман, во второй – Рашид. Игра вышла в ничью. По итогам третьей партии победу одержал Аман Кокабаев, завоевав путевку в финал. Во втором полуфинале встретились Амир Арипов из КАИ и Динар Киямуддинов из КФУ. Первую партию выиграл Динар. Игра прошла довольно быстро. В следующих двух партиях победу одержал Амир. Многие дети занимались в детских спортивных школах, поступив в вуз, хотят совершенствовать свои двигательные навыки в определенных видах, в которых они занимались. Естественно, продолжение жизни, спортивное продолжение жизни, укрепление духа, общение и продвижение вперед, как профессиональной деятельности, так и в спортивной.
В финале турнира в первой партии между представителями КАИ и КНИТУ вел Амир Арипов. Ближе к середине игры спортсмены стали обдумывать свои ходы дольше обычного. Во второй половине партии Какабаев перешел в атаку и взял лидерство. Соперники шли вровень, но Амир сдал позиции. Первую партию выиграл Какабаев со счетом 8-6. Во второй партии Арипов смог отыграться. Ответил яркой победой со счетом 8-1, быстро и точно забивая шары в лузу. После двух партий ничья, счет 1-1. Впереди последняя решающая игра. С первого же удара Аман Какабаев получил штраф, но сразу отыгрался тремя забитыми шарами подряд. Арипов сопротивлялся, но не смог ответить сопернику. Используя стратегически нужные ходы, Аман обыграл своего соперника со счетом 8-0 и стал чемпионом Республики Татарстан по русскому бильярду. Я играю с 15 лет, довольно очень долго, но местами был перерыв небольшой, там лет 3-2, вот так. Так что опыт есть, да. Участвовал в различных соревнованиях. Как отметил тренер спортсмена, студент КНИТУ действительно профессионально отыграл последнюю партию. По итогам соревнований в личном зачете результаты распределились следующим образом. Аман Какабаев – первое место, Динар Каймуддинов – второе место, Рашид Урманов – третье место. В командном зачете кубок и звание чемпионов Республики Татарстан забирает КНИТУ. Второе место – за КАИ, а третье – у студентов Казанской государственной академии ветеринарной медицины. Екатерина Торопова, Елизавета Мальцева, Ангелина Васильева. Неделя спорта. Теперь переходим к вишенке на торте. Как всегда, Кубок университета по мини-футболу 2022 года. И обсуждаем мы его, как всегда, с главным судьей данного мероприятия Максим Геннадьевичем Гавриловым. Максим Геннадьевич, тебе привет. И вам привет. Меньше суток уже практически остается до финальной встречи. В этот раз у нас нового чемпиона, к сожалению, может быть, не будет. Это юридический факультет, либо институт физики. Как тебе такая пара? Ожидаем ли? Шикарная пара, обе хорошие команды. Нельзя сказать, что прям ожидаемая пара, но это, насколько, если мне память не изменяет, повторение финала десятилетней давности, именно Кубка университета физики против юристов. Вот спустя 10 лет снова такой финал. Надеюсь, матч получится зрелищным, ну и победит сильнейший. Ты знаешь, если Алмаз из Басаров у нас вернулся, физикам надо возвращать Мингалеева, Сисева и всех остальных. Нет, у физиков уже другая команда, поколение Мингалеева, Сисева все закончило. У них сейчас другие заботы, другие турниры. А новое поколение физиков могут себя проявить. Это нормально для студенческого спорта. Поколения меняются, команды меняются. Но мы видим, что победные традиции остаются. Поэтому ждем, скажем так, новой серии этого триллера. Смотри, ходят слухи по сети, что президент ФИФА Джанни Инфантино активно следит за нашим турниром и сетку сейчас полностью повторяет. Вот у нас было в сетке, что одна неожиданная команда вышла. Это Институт фундаментальной медицины и биологии. У него Марокко. Матч Института фундаментальной медицины Юрфак. Ну, счет и игра там, конечно, дай боже. Ну да. Классный. Будет ли такое на чемпионате мира? Вот Марокко-Франция. Давай немножечко от этого отойдем. Ну, все... С точки зрения зрительского интереса, с точки зрения попыток увидеть красивую игру, наверное, надо ждать финала Аргентина-Франция. Все-таки ну, так, они более индивидуально сильнее. Но с точки зрения вот, неожиданностей и вообще приятностей, Хорватия-Марокко, конечно, хочется финал. Ну, это, конечно, будет больше для тактических гиков финал, когда... Хорватия, Марокко вообще не представляю, во что они будут играть. Обе команды откажутся от мяча, и неизвестно, что будет. Давай к нашему финалу. Наш будет интереснее, вот это я точно знаю. Вот тоже хочется вспомнить встречи Институт физики МИХМАТ и Юрфак Институт фундаментальной медицины. В первых таймах эти две команды проигрывали. Ну, обе команды обладают характером, не опускают руки ни на секунду, играют до последнего, до финального свистка. Физики с Мехматом проигрывали, отыгрались, по-моему, с 3-0. С Челнами тоже отыгрались и выиграли. Юристы, да, они отвратительно начали игру свою четвертьфинальную, полуфинальную с Биофаком. 3-0 же.
тоже, по-моему, проигрывали. Но нет, собрались, доиграли, позволяет мастерство, общекомандное, индивидуальное мастерство игроков вытащить игру на жилах, на характере. Ну вот сейчас встретятся две команды, которые обладают характером, поэтому здесь все-таки надо играть с первой до последней минуты, поэтому любой гол может поменять игру. Кто из игроков тебя больше удивил на этом турнире, а кто вот закрепил то, что да, он топ, и он продолжает выступать как топ-игрок? Ну, кто бы на чемпионате Казани, например, вот с Кайросом мог бы выступить? Ну, Амос Избасаров так и так выступает в Кайросе. И он показал свой уровень на нашем университетском уровне. Ну, здесь он не удивил, но то есть он доказал свой, показал свой прежний уровень. Я очень этому рад, потому что после травмы также показал свой высокий уровень, если выделять из юрфака Данил Воронов, вратарь Дамир. Пусть он не играл последний матч, и мы увидели, какие проблемы. Из другой команды, если выделять у физиков, ну, Кирилл Николаев, он, в принципе, ветеран этой команды, остальные там молодые, поэтому можно выделить вообще вот всю молодежь физфака. Если брать другие команды, ну, наверное, капитан Ифмиба, Садам очень здорово себя проявил, и как и в защите, и в нападении. Тоже рад за него, то, что он теперь выступает в Суперлиге города Казани, заменил стайл. На ранних стадиях тоже были игроки, которые удивили, ну, за ними будем дальше следить. То есть там голкипер Итиса, Умехмата, человек, который забил 3 гола, сейчас фамилию не вспомню. То есть есть интересные игроки, ну, кто-то должен выигрывать, кто-то должен проиграть. Не получилось им пройти дальше и проявить себя, но посмотрим. У нас в следующем семестре спартакиада среди студентов, я думаю, и там они себя смогут проявить. Там уже как бы и групповые матчи, так что будет больше времени проявить себя. Ну, так больше, наверное, никто не вспоминается. А давай по организационной части. Что нам ждать завтра во время финала Кубка? Выйдут ли великие наши Маслова Лариса Петровна и все остальные? Конечно, выйдут. Ну. Конечно, выйдут. Ну, мы сделаем 2 фан-сектора за воротами, то есть как это на стадионах бывает. Один фан-сектор юридического факультета, другой институт физики. Ну, в этом году про фан-сектор, я думаю, можно со спокойной душой, не добровольно, принудительно. Ребята, ну, сами придут. У нас что... добровольно, принудительно на Кубке никогда не было, да и на спортивных мероприятиях не было. Поэтому... Я думаю, вот главное, что тебя удивило в этом году, как и всех нас, это болельщики. Это отдельная тема, приятная, очень, очень радостно, то, что 2 года у нас вот не было болельщиков, 2 года ковида, и вот мы в такое в постковидное время живем, и ребята сами собираются, да, они за 2 года чуточку потеряли в плане культуры боления, все-таки вот эти, мне как судье, выбегания на поле очень как бы мешают хождение. Поэтому на финал мы приняли решение сделать именно фан-секторы, как на стадионах, за воротами, за сеткой. А центральная часть трибуны будет, скажем так, ну, не активной, хотя она активна, части болельщиков. Ну, или нейтральным, кто просто придет посмотреть. Ну, и, чтобы барабаны были у нас за воротами, чтобы и судья мог беспрепятственно перемещаться по бровке. Ну, потому что... Этого, наверное, мало кто понимает, это мешает. Бустан больше нравится. В этом плане, да, мне нравится больше Бустан, но тут Уникс для Кубка, это, конечно, самое родное место. Ну, посмотрим, что будет. А так, небольшая церемония открытия, где, разумеется, выступит наша сборная команда по фитнес-аэробике, по хип-хопу. Ну, по хип-хопу в перерыве. Матч, надеюсь, выдастся зрелищным, без травм, без какой-нибудь грязи, игроки будут друг друга уважать, и судей, очень надеюсь, будут уважать. Ну и в конце церемония, ну, награждения победителей, определение лучших игроков, а в этом году, ну, очень тяжело 4 лучших определить, и очень много даст ответов финальный матч, так что присоединяйтесь к трансляции, приходите на трибуну Уникса, но не забывайте 2-ю обувь. Что ж, это был Максим Геннадьевич Гаврилов, главный судья Кубка университета. Хорошего судейства тебе завтра и... Спасибо. Фариду с Игорем.
тоже. Надеемся на чистую, хорошую игру. Мы присоединяемся обязательно к прямому эфиру. Напоминаем, он начнется в 19:10 в эту среду, 14 декабря, в нашей группе ВКонтакте. Всем обязательно смотреть. Юридический факультет против Института физики. Еще раз, Максим, большое тебе спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Меня зовут Роман Полинсков. Вы смотрели программу «Неделя спорта». Еще увидимся. До новых встреч. Пока.